Всем привет! Вы на канале YouTube Рыбачий Патруль. Вот у нас уже и поздняя осень пришла для нас лично. С утра ехал 1 градус тепла, все холодно. На море туман, но катера, смотрю, идут в тумане. Сейчас включим навигатор, чтобы не врезаться в берег и пойдем. Ну как-то оно, не то что туман, но уже чуть-чуть туман ушел. Значит, идем мы сегодня опять на сетнаволок. Решили ничего не искать. На сетнаволоке рыба поклевывает, там мы будем ловить. Пойдемте в море с нами. Дошли мы до сетнаволок, полчаса отловили. Это первая поклевка. Что-то наши точки не работают. Куда идти? Конечно, отпускайте. Может, выживет. А, сухогруз идет. Прошло еще, наверное, полчаса. И вот одна единственная поклевочка. Да, пикша. Пикша. И больше ничего. Рыбы сегодня нету. Я так ни одной поклевки еще пока не увидел. Так. Главное набраться терпения. Должны мы найти сегодня рыбу. Дождался я все-таки своей поклевочки. Что это у меня там? О, ну вот, первая трясочечка. Хотя бы с килограмм. Что там у Бориса Николаевича сидит или сидела? Сидела, да? Сошла. Сошла. Ну, продолжаем рыбачить. Очень редкие поклевки, очень прям, ну, слов нет. Ну, вот что там? А, это самая моя маленькая. Тут одна-то у меня клюнула и ничего такая. Хотя бы в час по чайной ложечке плевала, глядишь бы к вечеру килограмм бы 80 наловили бы. Проловили мы 2,5 часа на 200 метров и поймали всего вот здесь 2 рыбки. И у меня 6 рыбок. Все. И больше рыба не ловится. Не знаю, почему-то все прижались к берегу, там в районе 6-7 лодок около самого берега. Пойдем, я думаю, к ним сходим, посмотрим, что же у них там ловится. Есть. Есть. О, есть. О. Что-то загнуло-то как сильно. С глубины 110 метров мы ушли. Слишком уж там мелкая рыба. Ушли на 180, а здесь пикша ловится. Я поймал только что вот такую же. Да. Что-то нам сегодня рыбы не найти. Ну и в берегу ловить мелочь, он где все ловят, я тоже не готов. Слишком уж там она мелкая пошла, грамм по 300-400. Нам хотя бы килограмм полтора бы надо. Пусть мелочь живет и растет. Чайка заходит на нас красиво так. Чайка, нету рыбы. Нету. Погода сегодня, ну, просто сказочная. Вот еще бы рыба клевала бы. Было бы вообще хорошо. О, трясочка. Килограммчик. Что и Борис Николаевич умудрился зацепить. Сейчас, наверное, градусов, наверное, 15-17. Загораем пока. Что-то такое сидит, но я не понимаю, что-то очень-очень маленькое. Да. Видите, какая рыба клюет? У меня пунда больше. О, чайка есть? На, чайка.
Оп. Опа. И раз, раз, раз. Все. Кому-то я сегодня сделал счастье. Обед. Обед, да. Интересно, что у нас здесь? Сейчас по поклевочке. Ну. Ох, какой пузырь, это что там? Что это булькнуло-то? Налим. Да. Не, налим. Красавчик налим. А пузырь-то какой был. Видать, у него взорвался он. Налимов мы не берем, дорогие друзья. Сразу отпускаем, потому что они все червивые. Вообще все. Мы тут взяли домой, попытались разделать, чуть плохо не стало. От червяков. Ну ладно, посмотрим, что у меня. Ну что, я надеюсь, у меня-то трясочка будет. Оп, правильно, а у меня трясочка. Зачетная. Что-то тюкнуло у нас так неплохо по поклевочке. Сейчас посмотрим, что у меня уже на подходе. Где ты, родная? Так. О, насчет, только зацепил. Так, осторожно. О, какая зачетная. Так, надо срочно отцепляться. Так, ладно, камеру пока отложим. Теперь давайте посмотрим, что у нас здесь. Да вижу, тоже неплохая. Вот. Ай, за губишку. Ой, тут нежная штука, да? Давайте, не, здесь крепкая, давайте. Раз, два, давай. Давайте вы, подбирайте вы ее, Борис Николаевич. Нормально она войдет. Вы так ее быстрее упустите. О, ну вот это уже уровень рыбачьего патруля. А погодка-то 15 раз уже повторяю, ну прям радует сегодня. А что у вас тут? Ну, видите, у нас налимы клюют. О, дельфинчики рядом пришли. Да, налимы. Дельфины, берите налимов. Они все червивые, мы их не берем. Пусть бегают. Ну что у нас здесь? Что-то клюнуло, да? Что? Сейчас посмотрим. Вот он где идет. Вот это налим! Это красавчик! Вокруг нас вот одни налимы сейчас будут плавать. Однозначно. Хороший налим. Пятера, наверное, да? Да. Но они такие червивые, ребята, что сил нет. Что-то у меня на налима. Налим больше, думаете? Сейчас посмотрим. Да нет, пикша. Ну а шла что-то как налим. Были бы перчики, подумал бы, что там две сидело. Я думал, что-то солидное. Ну ладно, сегодня это хотя бы рыба. Да. Не, ну пикша тоже рыба. Не, я не спорю. Ну, налим это не рыба. Да, вон они плавают. У нас возник спор. Я говорю, треска клюнула. Борис Николаевич уперся, говорит, налим. Говорит, все повадки дергает спиннинг с грунта налим. Я надеюсь, треска. Опаньки! Кто? Я спор выиграл, Борис Николаевич. Высаживаю вас на берегу. Давай. Дорогие друзья, у нас какая-то серьезная поклевка. Прям вообще очень серьезная. Прям, видите, все. Блин, что это? Что по повадкам? Налим на 15 килограмм. А, зачет. Может, палтус? Посмотрим, что же у нас там идет-то такое, а?
это зачетная трясочка, ребята. Давай тебя поднимем. Не, она поднимется. Поднимется. Не поднимется. Поднимется. Хвост пробит хорошо. Главное не за борт, мне бы не упасть. Во. Это зачет. 7-6 кг битых. О, привет, привет. О, бегут, бегут, 2, прям 3. Ох ты, рядом, как красиво. Ты со всех сторон. Опа, бежит, 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 красавчик. Привет, друг, иди ко мне. Я тебя поснимаю. Вот он, вот он, вот он, вот он. Ох, какой красивый. Ох, какой. Рядом, рядом с нами. А вот, вот видите. Ага. Вот он. Рядом, рядом. Нравится ему сниматься. Вот, смотрите, видите? Ага. Привет, привет. Все, пошли от нас. Вертолеты летают. Рыба, что у нас, ловится? Налим? Да нет, трясочка. И неплохая. Хорошо. Нет, давай, клюнет. Дельфинчики ушли, и рыбка стала поклевывать. Так, у меня там что-то тоже сидит. Посмотрим. А у меня что здесь? О, а у меня пикша. Ну, тоже рыба. Да, ну это такая зачетная. С килограммчик есть. Нормально. Что там? Бежит что-то. О, трясочка. Нормальная. Что-то Борис Николаевич раздухарился. Одну за одной берет. Трясочки-то все какие красивые, мерные, а? Вот что значит. Булочка с чаем. Да, булочка с чаем. И дело пошло. Так, а кто же там у меня-то? Ребята, не поверите. Это... Во, это кто? Мы как раз только говорили, что-то давно они не цеплялись. 2 года мы не ловили их. Смотрите, какой красавчик, а. Ну, придется отпустить. Брать нельзя. Так как это статья. За краба реально статья. Уголовная. К тому же. Ой. Смотрите, какой красавчик. О, эй, эй, побежал. Вот какой. Это не крупный краб. Есть, конечно, и крупнее. Есть, говорят, огромные у них метровые клешни. Но какой, смотрите. Какой страшный краб. Так, так. И он так тихонечко цоп-цоп-цоп. И обратно. Ладно, сейчас будем отсыпать его и отпускать. Как вы там, за борт падаете? Оп! Есть? Краб, где ты? Вон, смотрите, видите? Вот он, пошел, чтобы не было потом. Вы не отпустили краба. Вот он, далеко, глубоко, глубоко пошел. Видите? Все, краб отпущен. Ну что у нас тут? Есть?
О, упирается. Ну, не налил. Так, посмотрим, что у нас здесь-то идет. Ну, блин, красота. 210 метров, и рыбка хорошая идет. Прям радует. На море погодка, ну просто сказка, стиль. Ну, у нас была небольшая неприятность. Мы зацепили пилкер 500-граммовый и успешно его оторвали 50 метрами плетенки. Ну, о, идет. Хорошая трясочка-то, а, какая, смотрите. Во. Двушка чистой воды. Да, видите, какая рыбка у Бориса Николаевича зачетная, и какая мелочь у меня. Не, есть, конечно, несколько штучек, но там покрупнее рыбка. Ой, погодка, штиль, сказка. Счет неплохая. Так, ну, у меня уже тоже на подходе, осталось чуть-чуть, 15 метриков. Да. Посмотрим, что у меня здесь. Надеюсь, не налим. О, ну, у меня-то вообще красотка. Оп. Так, и перевалим ее через борт, и давай, родная. Оп. Зачет. Это я молодец. Давай. Сейчас уже должна, да? А, вот, бежит треска. Хорошая. Зачетная тресочка вообще. А, нет, это пикша. Ух ты, такой монстр, да? Ага, сейчас еще цепится. Сколько? Трешка, наверное. Монстрище какое. Опа, и все. Лучше бы тресочка. Судно Нева пошло. Большое. О, сейчас волна к нам придет. Так, а вот к нам и волна бежит, сейчас ударит в борт. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Оп. Оп. Ух, как. Ох, заболтало так. Какая-то у Бориса Николаевича взяла рыбка хорошая. Вот, упирается упорно. Не хочет подходить, и там у нас... Забочину. Опа, хорошая. Полторашка. Ничего. Все. Я уже приступил к чистке рыбы. К шкерке заодно тоже он справа такую поймал, только что вытащил. Пришло время покормить наших друзей. Давайте, родные. Давайте. Дорогие друзья, подошла к концу наша сегодняшняя рыбалочка. Рыбалка была, ну, просто огонь. Зачет
рыба ловилась отлично. Ну, плохо, конечно, по весенним меркам, но... Ой, еще какая трясочка. Вот, положительно закрываю рыбалку. Значит, что у нас сегодня? Значит, у нас сегодня дельфины. Это вообще порадовали, прям рядом с лодкой. Интересно было наблюдать. Краба поймали, отпустили. Борис Николаевич Пилкер оторвал. Это, конечно, печально. Но ничего страшного, рыбалка делая такое. А так, погода. Погода порадовала, штиль. Ну что, все, наверное. Заканчиваем нашу рыбалочку. Все, дорогие друзья, все счастливо. Всем пока. А вот не заканчивается наша рыбалочка. Борис Николаевич сказал, что он еще не попрощался и решил поднять трофея. Говорит... Да не трофея. Ну, упирается хорошо рыбка. Ну. Только не нашел. О, ну как? Да это вообще огонь по сегодняшним мерочкам-то. Это все. Ну, это как всегда. В стиле Бориса Николаевича закрыть рыбалку хорошей рыбиной. Да. Ну, достойная, что. Трясочка. Ну все, дорогие друзья, всем счастливо. Всем пока. А Борис Николаевич еще раз закинет. Нет, я не пропущу этот ход. Ну, время позволяет. Еще разочек. Да, еще разочек, но не больше. Все, чайки, пока-пока.